Запись включена. Ну что, третье видео. А, блять, без очков же надо. Бонжорно! Бонжорно, я все еще Витя. И это третье видео. С момента последнего ролика я успел сделать ремонт на кухне и даже посвятить этому 7-часовой эфир с двух камер. Сейчас вы можете наблюдать, как взрослый мужчина пытается разобраться в конструкции деревянных шкафов. В коридоре валяется острая маленькая хуйня, не встаньте на нее. Как говорил мой трудовик Асхат Талгатыч, дырка у тебя в жопе, а в дереве отверстие. Только синие бери, красная шля... Сука, блядь! Простите. Так что советую въебать подписку и колокольчик, чтобы не пропустить впредь интересное. Мне тут птички напели, что мои видосы ок, но не удовлетворяют массовому запросу и не следуют трендам. Что ж. Говорят, нужно менять локацию. Да ёбаный в рот. Иди выёбывайся в свой двор. На улице, конечно, хорошо, но нет. Хуйня какая-то. Фуф, давайте следующий видос будет на улице, а? Чё там вообще популярно? Лайфхаки или маленькие хитрости? Эта книга... Господи, какого она года? Эта книга была выпущена 1 сентября 91 года. Пиши в комментах, если хотел бы ее получить от меня. И дальше что? Книга говорит за меня. Первый лайфхак. Я все-таки не молодею. У хорошей хозяйки в квартире всегда есть совок. Но если намочить кромку... Кто это сделал? Оно само. Я могу начать бычить, да? Господи, блять, как они вообще это писали? У хорошей хозяйки в доме всегда есть совок. Но если намочить кромку газеты и прилепить ее к полу, весь мусор, сметенный веником, останется на газете. А давайте попробуем. Я бы тебе дал сборник анекдотов, чтобы это было еще уебищнее, чем сами анекдоты. Мне кажется, это забавненько будет. В пизду. Хочу всратое видео. А знаете, что еще интересно? Подборочка фильмов. «Идиократия» 2005 года. Люди с высоким IQ все больше откладывают рождение детей, да и нацелены максимум на одного ребенка. Люди же с низким IQ не парятся и размножаются. Ну и герой попадает в мир, где главный фильм года – это пукающая жопа, а растения поливают газировкой. Чекай. Так, вставка гоблину. Лайфхак из 91-го, номер 2. Вы не можете приобрести миксер для взбивания коктейлей? Ну, блять, ну типа, что за формулировка? Вы не можете приобрести миксер? Я Моргенштерн, я могу приобрести себе миксер? Ты, блять, нет. Вы не можете приобрести миксер для взбивания коктейлей? Сделайте его из электробритвы. Блять, конечно, вот у всех нахуй бритва там была. А у меня она есть. У меня, правда, есть та бритва из лайфхака. Я не знаю, как это получилось, но это вот конкретно она. Там автофокус стоит, посмотрите. Чуваки, вот здесь вот. Здесь картинка и вот бритва. Этой бритвой брилась еще моя бабка. Усики – это не грех. Для этого в ножевом блоке неподвижные ножи заменяются насадкой, в которой в двух подшипниках вращается шпиндель. Ну и дело за малым. Взбивалки разной формы крепятся на резьбе. Блять, ну что это за лайфхак? Типа, возьмите девятку, переделайте ее в приору. Ну, это, блять. А как это сделать? Чё это такое ебучий шпиндель? Где тут нахуй подшипники? Ну, как бы окей, ножи я понимаю. Давайте этот лайфхак проверим, когда выясним, что такое шпиндель. Если ты знаешь, что такое шпиндель, напиши в комментариях. Сука, арахнит опять летает. Конечно. Мулен Руж. Блять, камера потряслась. Этот фильм здесь, так как он кардинально повлиял на меня. 9 класс. После него я начал писать стихи и интересоваться поэзией. Ебал, это надо и попроще как-то сделать, да, в конце-то концов? Я полюбил длинные черные пальто и пробор. Это мюзикл с Эваном Макгрегором и Николь Кидман. Снято? Алло, да? Ну-ну, мы снимаем тут. Лайфхак номер 3. Известно, что в плохую погоду брюки сзади пачкаются.
Сделайте на каблуке вашей обуви борозду глубиной 3-4 мм, и брюки не будут так сильно пачкаться. Мне нужен ботинок. Странные, блядь, лайфхаки. Протестим. Так нет, как будто, ну... Ну да. Я ж... Так не, я прям... Ну все, считай, сняли. Ну, Егор Крид в Майнкрафт играл. Let's play! Let's play! Let's play! Витя, Дима сойдутся в поединке. Ну что же, игроки максимально собраны. Димон, моргни по-братски. Спасибо. Я победил. Так себе игра. Так, продолжаем. Дальше у нас что? Новости. Мы в дерьме. Мы в дерьме. Мы в дерьме! У нас прямое включение. А, нет. Смотрите в следующем выпуске, как Витя познакомился с Дмитрием Лариным. Не хочу все новости. Ларса – настоящая девушка. Пухлый Райан Гослинг играет Ларса, чувака с тревожным расстройством личности, которого еще накрывает и бред. В его жизни появляется девушка. Кукла. Для секса. Но сексом они не занимаются. Вырубаем. Это у нас снято. Так, топ фильмов есть, YouTube не сделали, лайфхаки сделали, летсплей подсняты, новости есть, факты. И еще несколько фактов обо мне. Вдогонку к первому видео, плывашка на него будет здесь. Как-то меня обокрали цыгане, окружив на лошадях. Да я тоже цыган, камон. А у меня деда спиздили из цыганского табора. История меня не красит, но было такое, что я разбил своему товарищу бутылку портвейна 3 топора об голову, находясь в толпе немцев. Мы решили их напугать. Типа, бей своих, чтобы они испугались. Однажды моя бабушка, та, которой я вырвал зубы, ненароком пырнула меня ножом. Я люблю бабулю. Хочу. Пиши в комментах, какую из этих историй ты хотел бы услышать более подробно. Расскажу. Все джин да допили, педики. Что ты хотела взять? Возьми. Это все к чему, ребят? Хотелось бы делать видео, основываясь не на трендах, блядь, трендах, или... Хотелось бы делать видео, основываясь не на трендах и кликабельных запросах, а исходя из того, что мне нравится и мне интересно. Надеюсь, наши вкусы сойдутся. Я там наезд сделаю какой-нибудь и типа того. С дикцией все нормально, точно? Тема. Тема. Та-та-та, та-та-та. И все, и завершение, собственно. А какое завершение делать? Спасибо, что досмотрел видео до конца. И помни, будь хорошим человеком и не кури спайс. Все. Цугур, молчим! 2 секунды после съемки, пожалуйста! Лебединое озеро – это хорошая отсылка к 90-м. В перерывах можно кекать, типа. Хватит, блядь, шуметь в кадре, Цугур! Там точно запись, да, идет? Нужно менее... менее более...